Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон намерен увеличить военную помощь Украине и предоставить ей больше ракет. Ранее СМИ сообщали, что Запад может принять судьбоносное решение разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ с помощью оружия НАТО. Важно, что мы увеличили расходы на Украину на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год на военное оборудование на весь срок его действия. Они хотели больше ракет, и мы предоставили им 650 ракет «Brimstone». Мы объявили о поставках большего количества боеприпасов, большего количества артиллерийских орудий, в которых они нуждаются. И, конечно, мы обсуждаем с союзниками целый ряд систем, чтобы гарантировать, что мы поможем Украине пережить зиму и отразить некоторые из худших действий и агрессий, которые мы наблюдали со стороны президента России Владимира Путина в последнее время. Ранее на этой неделе Дэвид Лэмми посетил Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где оба союзника предложили новую поддержку Украине. Министр иностранных дел пообещал выделять Украине почти 4 миллиарда долларов в год на закупку военной техники до тех пор, пока будет продолжаться война. Если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит саму природу конфликта, заявил российский президент Владимир Путин. Он добавил, что Москва будет вынуждена принимать соответствующие решения в зависимости от создаваемых угроз. Путин отметил, что обсуждение необходимости разрешить Украине наносить удары вглубь России предоставит собой попытку подмены понятий. По его словам, такие удары могут быть возможны только при использовании разведданных с натовских спутников. Он также подчеркнул, что полетные задания для ракетных систем могут выполнять только военнослужащие стран НАТО, так как украинские военнослужащие не могут этого делать. Поэтому, по словам Путина, решение разрешить удары по России западным оружием будет означать прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов и европейских стран в войне в Украине. На фоне этого в немецком издании Bild также появилась статья о якобы готовности Зеленского к прекращению огня на некоторых участках фронта. Советник президента Украины заявил, что эта информация не соответствует действительности. Не очень понятно, правдивы ли сообщения о готовности НАТО разрешить ВСУ наносить удары по российским территориям их оружием. Также остается открытым вопрос о наличии у Запада реального плана действий в случае жесткой реакции Кремля. Или же страны НАТО уверены, что у Москвы не хватит на это решительности. К чему же готовятся Запад, Украина и Россия, и реально ли ядерная война? Вы можете поделиться своими мыслями насчет этого в комментариях под видео.